Привет, земные единороги и пегасы! С вами Пинки Пай и MLP Lawyer Tide. И это вызов принят. Первая часть, конечно же. Долго не будем болтать, потому что времени много, не хочу занимать. Рифма. И мы приступаем. Данные вызовы нам задавали на нашей странице Instagram. Ссылка в описании. И первый вызов от нашего подписчика ZombieGaga2017. И первый вызов для Fluttershy. Ну шо, го искать Флати? Ну, да где же она? Кстати, кто не знал, у нас есть оператор. Привет! Блин, где это Fluttershy? Сзади тебя! Точно! Здравствуйте, Fluttershy! Да, здравствуйте. Черт, это я, Пинки. Да ладно. Здесь для вас вызов поступил. Повторяем вызов от ZombieGaga2017. Fluttershy, залезь на голову Пинки. Ну, я не знаю, я слишком добрая и наивная девочка. Окей. Сорян, Пинки. Че? Ууу, как здесь весело! Вызов принят. Вызов для меня, также от ZombieGaga2017. Пинки Пай, насыпь соль в чай Fluttershy. Ну чё, окей. Вот она. Немножко сахарку не хватает. Знаменательный момент. Так, чуть-чуточку. Вызов принят. Она идет. Чёрт возьми, где этот сахар? Блин, да это вкусно! Черт возьми, ты это видела? А тебе всегда говорила, что с ней что-то не так. Не может же быть пони настолько доброй. Она только что выпила соленый чай. А может она чужая? Инопланетёс? Ага. Хотите, чтобы мы в этом разобрались? Смотрите наш новый сериал, который выйдет совсем скоро. Ага. Снова вызов для меня. ZombieGaga2017 задает Пинки и испортит волосы Fluttershy. Ух, как в воду глядела. Знала. Они у меня залачены. Вот это поворот. Это были вызовы от Софии ZombieGaga. Ой, черт. Это были вызовы от ZombieGaga2017. Мы переходим дальше. Следующие вызовы от нашего дружбана Пони Саид и Дай Пятюню. На! Приступаем. Первый вызов. Fluttershy, иди к Пинки и попрыгай на ней. Короче, мы слегка протупили и не дали ей его прочитать. Но надеюсь, она не узнает об этом вызове. Поэтому молимся. Вызов принят. Эпплджек, сними новости Понивилля. Ну ок. Let's go. Здравствуйте, дорогие зрители нашей передачи «Все о пони.фиг». И это новый выпуск. А именно новости Понивилля. Мы приступаем. Всем известный пони Пинкпай забрали в тюрьму из-за продажи нарковеществ. Все очень надеются, что она встанет в норму. Тихоня Fluttershy оказалась владелицей контрабанды, а кукла-монстр Хэй Фрэнки обвинили в пожирании поняш. Чё за бред? Надеюсь, вам понравились наши выпуски. Смотрите и любите нас. Они не выдуманные, ни в коем случае не выдуманные, и я не сумасшедшая. Кто это сказал? Следующий вызов мне от пони Саида. Пинки, сыграй грустную сцену, тип Флати умирает, а Fluttershy... Говорит, принеси воды, а то в горле пересохло. Честно говоря, ничего не понятно, я ничего не поняла, но... Да ладно, мы приступали. И мы решили слегка изменить этот вызов. Воды, воды, пожалуйста, кто-нибудь. Fluttershy умирает. Умерла. Скорее хороним. Покойся с миром, пони Fluttershy.
Вы что, сумасшедший? Я не умирала. Вода. На, попей. Я живая. Всем спасибо, до свидания. И следующий вызов от Минако МЛП. Или как там, извиняюсь, что если вдруг что-то не так. Пинки, съешь все конфеты на студии. Конфет у нас нет, есть только игрушки. Но мне подходит. Игрушек не оказалось, есть торт. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все. Вызов принят. Вызов от Лизок Сити. Пусть Флаттерши скажет Пинки, я тебя люблю. Пинки, я давно хотела тебе сказать. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Стоп, чё? Мы так не договаривались. О, любимая, стой, куда же ты? Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравился этот выпуск. А если это так, то поставь лайк и не ленитесь. Подпишитесь на канал, комментируйте наше видео, пожелайте, нажимайте на колокольчик. Горло пересохло. Извиняюсь за такой тупняк, просто это наш первый вызов принят, был вопрос-ответ, а это вызов принят. Как? Поэтому опять же таки подпишись, поставь лайк, а с вами была Пинки Пай и канал MLP Lover Tide. Спасибо тем, кто писали нам выживы. И всем пока, что ли? Пока-пока. Ну, пока. Выключила? Ага. Все. Уии!